Всем привет, с вами Лёша. И если вы видите мое довольное лицо, то вы вновь смотрите расход по городу. Видите, какой я сегодня салатовый, яркий и нарядный? Это не просто так, потому что у нас сегодня в гостях яркий, эпатажный, обаятельный, талантливый менеджер среднего звена Владимир Зубач. Слушайте, элитные модные районы для среднего класса. Хрен припаркуешься. Звук, камера, мотор. Друзья, у нас в гостях Вова Зубач. Вова закупщик в одном из крупнейших дистрибьюторов Украины. Прошел долгий жизненный и творческий путь, и он с нами им поделится. Вова, расскажи о себе, откуда ты родом? Здрасте. Я родом... Здрасте! Я видел, как блогеры это делают. Здрасте, всем привет, йоу, пис! Я приехал в Киев из Николаева. Давно? 8 лет назад. После того, как устроился в ту самую крупнейшую компанию. Она реально крупнейшая. Вот. И достаточно благополучно, хочу сказать. Потому что здесь я очень многому научился. Чем ты там занимаешься? Что ты делаешь в Вирс? Я закупаю ноутбуки. Закупаю их в достаточно больших размерах. Практически все розничные сети, которые продают эту технику в Украине, это наши клиенты. С какими брендами работаешь? Сейчас основные бренды это Dell, Lenovo, MSI и Dream Machines. Чем они отличаются по корпоративной культуре? Я работаю с брендами, которые все производятся в Китае, но штаб-квартиры имеют в разных странах. Все эти компании, они мультинациональные, и, ну, как любая глобальная компания, как и все глобальные компании, они имеют достаточно стандартный подход к ведению бизнеса. Чувствуешь ли ты, что то, что они приносят нам, это релевантно и для рынка Украины? Да, безусловно. Все-таки украинский рынок, он сейчас во многом повторяет, проходит тот же путь, который прошли Соединенные Штаты, Европа, Западная несколько лет назад. Если говорить непосредственно о моей работе, то это канал избыта. Сейчас интернет, то есть тот самый Amazon, который стал уже глобально очень известным, популярным и успешным. Сейчас похожие проекты появляются в Украине, они очень динамично развиваются, и у украинских компаний есть все шансы повторить успех американской компании. Ты думаешь, у некоторых украинских компаний есть действительно шанс вот стать хотя бы мини-Амазон? Я думаю, если они к этому будут стремиться, то у них есть все шансы. А есть ли у тебя примеры того, что совершенно не работает на нашем рынке из того, что пытаются тебе рассказать иностранцы? Если так вот конкретный пример, то у нас есть сейчас трудности с продажей продления гарантии. Это виртуальная штука, которую в Украине по законодательству просто физически невозможно продавать. Хотел ли ты когда-либо сменить сферу деятельности? Сферу, думаю, нет. Разве что совсем забегая наперед, если так задумываться о пенсии, то я думаю, что я бы хотел где-нибудь в теплой стране, например, в Италии, открыть небольшой ресторанчик. Ты много путешествуешь сам? Да. Это по работе? Да, в том числе и по работе. Я подсчитал недавно, что уже посетил 40 стран и, в принципе, не планирую останавливаться на этом. Давай поговорим о твоей жене. Жена работает в Lenovo, и как, насколько сильно вы обсуждаете внутри семьи активности конкурентов? Мы, конечно, общаемся о работе, мы не можем не общаться, она у нас занимает достаточно большую часть времени, но общаемся в рамках подписанного нами соглашения о неразглашении. Вы подписали в семье соглашение, как Шелдон с Леонардом, совместное проживание и то, о чем можно говорить? Я думаю, что пока еще нет, но если будет какой-то прецедент, то мы это подпишем. То есть пока только то, которое нас попросили ласково подписать, компании, на которой мы работаем. А можешь ты работать удаленно? Это наш, скажем так, устав компании. Мы работаем из офиса, поэтому так принято. Но для тебя это пережиток прошлого или по-другому никак?
Ты знаешь, я сейчас все больше и больше слышу от людей, с которыми я работаю, особенно вот от людей, которые работают в международных компаниях, что они работают удаленно. И это действительно круто, и я думаю, что со временем мы тоже к этому придем, но нужно настроить инфраструктуру. Мы все-таки работаем со складом, с торговлей. Иногда просто надо банально сбегать на этот склад, посмотреть на коробку, потрогать товар, который ты продаешь. А мы в это время вернулись в прекрасный спальный район Киеве. И мы пойдем с Вовой попьем чаю в кафе, потому что вы и так устали от нашего трепа. Все, пока-пока. Кис-кис.